Всем добра, дорогие друзья, с вами Види, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием 24 часа с привидениями. У меня эту игру внезапно начали очень много людей снова просить. Видимо, вы соскучились, 4 дня мы ее не снимали. И мне она тоже очень нравится, поэтому давайте, супер охранник вернулся снова на работу. Ну шо у нас сегодня на работе? Так, значит, что мы с тобой узнали в прошлый раз? Стоять на стене и делать штуки вниз — это не здорово. Пропускаем вот это, поехали. Значит, мы сегодня будем тусить в новом здании. У меня многие просили сказать, что вот это неправильная картина. Это правильная картина. Какой-то дурачок у себя дома повесил вот эту вот картину. Ты повесил себе вот эту вот картину? Я бы, если шел бы в туалет, прикинь, вот эта вот комната в туалет. Идешь в туалет, посмотрел направо, оп, все, в туалет тебе уже не надо, все. Оставил все прям здесь. Да, примерно так это и работает. Так, ладно, значит, сначала запоминаем, как все выглядит. Как все выглядит? Я вам не мешаю? Я вам вроде не мешаю. Значит, здесь у нас две гитары, это важно. Три. Чё? Человек растения? Тут растения живут? Почему так много растений? Ну, наверное, растения, собственно, здесь живут. Наверное, у меня растения вызвали, чтобы я за хатой следил. Да, серьезно, и здесь растения. Бляха, серьезно. Походу, здесь работают овощи, то есть живут овощи, и вот они, растения. Смотри, вот растения слушают музыку. Вот растения сидят и играют на гитарах, кушают и разговаривают. Вот растение спит. Вот растение, вон оно растение, серьезно. В каждой комнате есть, по крайней мере, вот растение купается. В каждой комнате есть, по крайней мере, по одному растению. А что? Меня наняли овощи, все ясно. Если вдруг овощ и хочешь охранника, я к твоим услугам. Я готов следить за твоей квартирой, овощ, если вдруг что. Если вдруг ты, овощ, этого не умеешь. Я не оскорбляю зрителей сейчас, я именно к овощам обращаюсь. Ты знаешь, я, между прочим, уважаю овощей, я и сам немножко в душе овощ, учитывая количество времени, которое я провожу в кровати. Это не смешно. Так, ладно, вроде бы пока что все нормально. Вроде бы пока что все хорошо. Я не вижу как бы никаких особо проблем. Пока что я не вижу. Вы по-любому уже, наверное, увидели. Вы у меня глазастые, что капец. Вот если бы ты рядом со мной сидел, наверное, да, ты все и быстренько нашел. А вот я такой вот ненаблюдательный. Ну извините, я, между прочим, охранник. Нас, охранников на учебе, учат проябывать вещи. Ну правда. Нас учат, чтобы мы ничего не замечали. Нас буквально этому учат. У нас есть уроки под названием «Как упустить дом, чтобы это выглядело круто». И я чертовски был хорош в этом. Я умею терять дома так, чтобы это выглядело очень круто. Так, object movement. Ну я вижу, стул подвинулся, но это object movement или что? Как? Чё ты смотришь на меня, стул? Здесь добавили скримеры, поэтому готовься, если что. Я не знаю, это object movement или нет. Вот что неприятно в этом... О, да. В этой игре очень много вещей и очень много категорий. И это очень неудобно, потому что ты теряешься. Ты не понимаешь, какая тебе категория вообще, ну, типа, подходит. Какая категория, что, куда и как. Слушай, мне надо немножечко поменьше сейчас говорить и побольше пытаться. В коридоре, по-моему, вот этого не было. Огнетушителя, мне кажется. Object, extra object. По-моему, там не было огнетушителя, но я не уверен. В этом я совсем не уверен. Я, если честно, раньше его даже не замечал. Так, гитара. Гитара, по-моему, передвинулась, нет? Не, гитара на месте стоит. Гитара стоит на месте, но я все равно это проверю. Я все равно это проверю. Меня за это не пинают, я это каждый раз повторяю, поэтому я это проверю. Также Object Disappearance надо бомбить, потому что пропадание объектов — это как бы частая вещь. Здесь? Может, здесь что-то пропало? Вроде бы нет. Вроде бы... Вот сейчас мы входим с тобой в фазу войны бесконечности, а точнее без глаз, потому что мы ничего не видим и ничего не понимаем. Давай сразу Object Disappearance прям там же. Пока у меня нет других идей, я бомблю наугад. Как бы так все и делается. Если ты не знаешь, что делать, бомби наугад. Вдруг попадешь. А кто знает? А вдруг? Нет, вроде бы. Ладно, давай Object Disappearance в коридоре. В коридоре много всяких объектов, поэтому я мог что-нибудь упустить, пропустить, допустить, не допустить, пропустить. Ну ты понял. Так, подожди. Картина мне показалась двигалась или нет? Наверное, показалось. Видал? Что-то пропало все же.
А давай Object Movement, там же. В коридоре самые противные вещи, их очень много, и ты их можешь не заметить. Вот этого вот не было. Вот этого вот не было. Ну-ка давай вот это без вот это вот. Подожди, Living Room. Living Room, экстра объект. Экстра объект. Как это как экстра хромосома, только экстра объект. Вот этого, по-моему, не было, или оно светилось. Бляха, меня это испугало. Одно из двух. Но оно прям вот это вот. Я не знаю, заметил это или нет, но по-моему, серьезно? Давай на всякий случай тогда Object Movement. Ну потому что, ну блин, или мне чудится. Может быть, меня плющит, конечно, но по-моему, оно двинулось. Или посветилось, или что-то вот такое. Так, тут вроде бы все нормально. У меня в прошлый раз вот эта туалетная бумага убегала. Так. Давай я сразу в китчен проверю передвижение объектов. Если вдруг что. Возможно, гитара двинулась. Не, мне, наверное, чудится. Я, наверное, с ума схожу. Делаю. Просто. Охранник с ума сошел. Извините, охранник больше не работает. Охранник сошел с ума. Ваш дом настолько... Ваш дом настолько заговнен, что охранник сошел с ума, пытаясь увидеть, какие объекты здесь появились и какие исчезли. Ну, правда. Ты посмотри, кто в таком срачельнике живет? Кто? Не, ну это не просто срачельник, это, знаешь, самый неприятный тип срачельника. Это не просто срачельник. В этом срачельнике очень много объектов. Тебе это просто, знаешь... я не могу отсюда переключиться, у меня не работает... По-моему, это ненормально. Нет, прекрати. Нет, прекрати. Сейчас кремата будет. Авторы, красавчики, блин. Красавчики просто. Почему везде какая-то хрень? Почему меня наняли сюда работать? Тут призрак. Ага, здорово. Класс, класс. Ага, супер. У тебя такая талия здоровская, прям вообще супер. Талия такая хорошая. Ух. Слушай, сегодня самая скрибовая серия. У меня за всю игру никогда не видел. Вот что мне нравится в этой игре, она постоянно находит способы тебя удивить. Тут постоянно появляются какие-то новые вещи, которых я раньше никогда не видел. Я играю в эту игру уже 5, наверное, серий. Ни разу не видел этих вещей. Серьезно, ни разу. Ни разу, представь себе. Я видел батю, который здесь сидел. Видел батю голову. Голову. Голову видел батю. Голову батю видел. И все. Я видел, как тостер двигался. У меня есть мои внуки когда-нибудь, которые будут когда-нибудь, надеюсь, или может быть и нет, я не знаю. Когда-нибудь кто-нибудь тебя спрашивает, ты видел жизнь? Я ему скажу, я видел, как двигается тостер. Это лучше. Вот этот, по-моему, неправильно. В Living Room? Object Movement. Так, а что с тенями? Я за тенями не слежу, кстати. Я за тенями не слежу. Вот тут. Мне кажется, что-то тут не так. Мне кажется, что-то там не так в коридоре. Блин, опять слишком много аномалий. Да ты издеваешься? Ты, блин, издеваешься или как? Или куда? Или чё? Ну ты серьезно? Ты видишь аномалии? Не, ну ладно, я не спрашиваю тебя. Я знаю, что видишь аномалии. Вы у меня умные такие, наблюдательные такие. Вы прям все видите, а я не вижу. Я правда понятия не имею, что не так. В коридоре что-то пропало. Мне надо вот, если все это сфоткать, тогда это легко. Но фоткать это ж нечестно. Я знаю, что пропало. Вот тут вот это вот пропало. Ну вот это вот пропало, видишь, летает. Летает в туалете летает, туалетная бумага летает, в туалете летает, туалетная бумага летает, в туалете полетает, туалетная бумага летает в туалете, пожалуйста, найдите туалетную бумагу и исправьте ее. Я хочу, чтобы туалетная бумага не летала. Вдруг кто-то захочет обкирпичиться прямо на унитазе, а тут у него туалетная бумага улетела, и что он будет делать, по-твоему, руками вытирать? Нет, это делается так неправильно. Почини... Так, в смысле?
Почему туалетная бумага не починилась? Вот я никогда не понимаю, как чинить туалетную бумагу, серьезно. Загадки человечества. Загадки человечества, когда YouTube пофиксит свои баги, и как чинить туалетную бумагу. Вот что изменилось? Ну правда, ну что изменилось? Нет, кстати, вот эта срака там так лежала, так и лежит. Что изменилось? Кастрюля. Кастрюля пропала, по-моему, в прошлый раз. Вот эта туалетная бумага, я про нее говорил. Я вот сколько раз не пытался, туалетная бумага ни разу не фиксилась. Я не понимаю, что такое вот, когда туалетная бумага улетает, это что? Вот как называется, когда улетает туалетная бумага? Скажите мне, пожалуйста. Экстраобъект? Да вроде бы нет. Камера мов? Да вроде бы нет. Дисторшн может быть. Типа глюки. Типа глюки-глюки. Ну я не знаю, ладно, фиг с ним. Фигу с ним там бывал и плавал. Так, в коридоре бахаем движение объектов. Скорее всего, сейчас ничего нету, но я чисто так, на всякий случай. Все равно у нас серия полна движа. Сегодня у нас серии много эффектов происходило. У нас с собой и привидения появлялись, и земля менялась, и земля в иллюминаторе летала. Короче, всякие штуки происходили. Вот тут вот три книги, и две книги, и две книги. Вот надо запомнить, мне кажется, с книгами что-то. Может быть, со светом, кстати, какие-то проблемы были. Я как-то особо туда и не смотрел, на самом деле. На свет-то. Давай в Living Room тоже пропадание объектов. А, понятно. Ну, понятно. Сегодня у нас реально самая криповая серия. А что это вот это вот? Это призрак? Ну пусть будет призрак. Я боюсь туда заходить, потому что меня оно испугает. Да, вон он все еще есть. Маленькая головешка появляется и исчезает. Вот сейчас не найдет. Ну я тебе говорю, нет призрака в туалете. Нету призрака в туалете. Вообще нету, нет. Камера malfunction, я не знаю. Вот как это называется? Ну вот как называется? Как ты назовешь лицо, которое появляется у тебя в туалете, а? Как ты его назовешь? Я его назову на самом деле призрак. Но игра его называет как-то иначе. Понятно, давай, короче, проверять все. Мы поймем, как называется рожа в туалете. Когда в туалете ты сидишь, пилишь личинуса, и на тебя смотрит какая-то черная херня. Это не здорово. Это не радостно. Это печально. Так, понятно, не abuse present. Distortion мы пробовали. Призрак, нет, intruder. Может быть это light. Может это свет. Он же типа темный. Но это не думаю, что свет. Ну вон, он все еще там, а он никуда не уходит. Он там себе построил лагерь. Он в этом лагере сидит, он в этом лагере тусит. Ему нормально. Давай distortion попробую. В туалете же, правильно? Это же туалет. Это туалет, все верно. Не-не-не, все, мы с тобой пробуем, мы с тобой экспериментируем. Как убрать человека у меня из туалета? У меня в туалете поселился замечательный сосед. Но я не хочу, чтобы сосед селился у меня в туалете. Мне нравится, когда в туалете я сижу один. Чтобы в туалете никто со мной не сидел. Потому что мне неуютно, когда кто-то в туалете у меня зависает. Понимаешь? Ты меня понимаешь? Я уверен, ты меня понимаешь. Я думаю так. Ну, это не интрудер. Я нажал интрудер, но это не интрудер. Ну, это, конечно, не интрудер. Abyss presence, может быть. Присутствие бездны. Но это не похоже на бездну. Какое-то черное хлебало не похоже на бездну, на самом деле. Оно похоже... Ну, аномалии растут, но я не могу прогнать черного человека у меня из туалета. Экстра объект. Что ты можешь быть? Light аномалия. Проблема со светом. Проблемы с доступом к интернету. Ой, к свету. Позвоните нам. Я там все проверил уже. Как прогнать черного человека у меня из туалета? Я не расист, но мне неприятно. Shadow аномалия. Тень. Ну, вообще логично. Аномалия тень. Он же похож на тень. Правильно? То есть аномалия с тенью. Если не с тенью, то я не знаю. Я просто не знаю, если не тень. Пусть тень. Слава яйцам, это была тень. Хорошо. Bedroom. Тут объекты двигаются. Извините, пожалуйста, у нас двигаются объекты. Попросите, пожалуйста. Так, вот тут, кстати, тоже стул повернулся ко мне. Он был повернут в другую сторону. Сейчас тоже пофиксим. Сейчас все исправим. Это исправим, то исправим. Сейчас все исправим. Величайший починитель вернулся. Да. Сразу Living Room, тоже стул. Так, теперь.
Тут вроде бы все нормально. Кастрюля на месте. Все вроде бы хорошо. Вот тут что-то пропало, я думаю. В смысле? Стул был повернут ко мне. Лол. Ну ладно. А, в коридоре. В коридоре что-то пропало. Что-то пропало в коридоре. Я прям чувствую. Чувствую чуйкой. Так, туалетная бумага на месте. Все вроде бы на своих местах. Ах, 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 все на своих местах. Вот этот, по-моему, неправильно. Вот этот, по-моему, картина неправильная. Bedroom. Картина. Аномалия картины. По-моему, левая картина была другая. Возможно, мне кажется, но, по-моему, она неправильная. Кстати, а возможно, здесь тоже проблемы с аномалиями, с картинами. Тут действительно, может быть. Здесь с картинами, да-да-да-да, картину пофиксил, хорошо. Да, там был стол. Давай я сразу в Living Room проверю тоже на картины. Ну, типа, может быть. Или вот здесь тоже, в Kitchen, могут быть картины. Кстати, свет. Мне показалось? Не, наверное, мне показалось. Окей, давай сразу в Kitchen проверим тоже аномалии. Так, ну вроде бы... Я не вижу проблем. Я не вижу проблем. Я прям, как я не знаю, как уборщик, который не хочет работать. Извините меня, но я не вижу проблем. А, ладно, коридор. Объекты двинулись. Объекты двинулись. О май гад. Не, ну там может быть что-то двинулось, может быть нет. Черная дыра! Черная дыра! Черная дыра у нас в комнате открылась! Извините меня, пожалуйста, черная дыра, но это не научная станция. Мы не хотим вас фоткать, и вы, между прочим, слишком четкая для правильной черной дыры, поэтому удалитесь отсюда. Ты знаешь, вот это вот недавно сфоткали черную дыру? Важная вещь, между прочим. Очень важная вещь. Так, здесь вроде бы здесь все нормально. Опять же, пока я не знаю, я буду здесь бахать Object Movement. Потому что вот эти вот две вещи, Object Movement и Object Disappearance, они вообще говоря везде могут быть, и я их даже не замечу. Я замечаю самые противные вещи. Самые такие, знаешь, заметные. Так, понятно, но сразу Object Disappearance проверим, пока как бы. Пока мы не знаем, на что еще смотреть. Так, по теням давай проверимся. По теням, проверься на тени. Проверься на тени, я тебе говорю. Вроде бы тени... Вроде бы с тенями все более или менее. Более или менее. Давай сразу в Living Room тоже пропадание объектов. А вот это не тень? Это не черная дыра? Ну нет, это не черная дыра. Это пачечка. Это пачечка. Называют... Верхушка. Забей. Забей просто. Так, там тоже ничего нету. Ну и давай сразу в Kitchen проверим. Object Disappearance. Слушай, а все нормально? Раз... 2, 3, 4, 5, 6, 5. Их 5. Сейчас 5 этих. Их правильно? Их 5, все правильно. Так, я видел в туалете. Объект, по-моему, двинулся. По-моему, в туалете вот эта штука двинулась. Нет, она там была, нет. По-моему, она была не там. Возможно, меня плющит, но, по-моему, она была не там. Скорее всего, меня плющит. Вы вообще отличного охранника взяли, которого плющит по КД. Так, давай в... Не знаю, в Kitchen проверим тоже Object Movement. Вдруг там что-то двинулось. Но тут вроде ничего не двинулось, на самом деле. Мне кажется, здесь все на своих местах стоит. Мне кажется, здесь стоит все на своих местах, и там все нормально. А вот где не нормально, мне кажется, это либо в Living Room, либо... Давай в Living Room проверим. В Living Room могло что-то двинуться. Так, ну вот я тебе точно говорю, сейчас миллион аномалий уже есть, но я их не вижу. Я не понимаю, где аномалии? Алло. Алло, где аномалии? Алло, прием, аномалии не видно. Ты серьезно сейчас? Давай здесь обжигну. Открылась дверька, вижу аномалию. Наблюдательность. Так, пожалуйста, дайте мне возможность настучать. Я хочу стукануть. Kitchen. Door opening, closing. Дверь открылась, закрылась. Я надеюсь, это правильная дверь. Я сейчас слышал что-то. В смысле? В смысле в Kitchen не открылась дверь? А это что? В смысле нет? Ладно, экстра объект. Но дверь-то двинулась!
Или она и была открыта. Ладно, наверное, она и была открыта. Да бляха, я не знаю, что! Так, свет. Нет, со светом все нормально. Я что-то убрал. Там какой-то экстра-объект был, прикинь. Коридор, экстра-объект. А что тут был за экстра-объект? Тут был какой-то экстра-объект, прикинь. Ты видел там экстра-объект? Я нет. Я не видел никаких экстра-объектов. Вот тут может быть экстра-объект. Бедрум. Экстра-объект. Да ну ёб... Стоп, пропала одна... Нет, нормально все. Не пропала. Открылась дверь. Living room. Door opening closing. Вот это точно door opening closing. Вот эта дверь была закрыта. Ну стопудово. Так, living room. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, все нормально. Минус аномалия. Так, давай здесь же я сразу проверю object disappearance. Какой-нибудь объект пропал. Может быть, может быть, может быть. Так, здесь кастрюля на месте, тостер на месте, все на месте. Так, овощи на месте, все хорошо. Так, тут у нас шкафчики, 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 двери не открывались, все нормально. С камерами вроде бы тоже все нормально. В коридоре пропал какой-то объект, пожалуйста, скажите, что да. Здесь что-то пропало, не пропало, вроде бы все нормально. С кастрюлями все нормально, картинами все нормально, с зеркалом все нормально. Так, здесь у нас с телевизором все нормально, все хорошо. С гитарами все нормально, все хорошо. Так, кастрюли, тостер на фоне, все нормально. Да в смысле нет, да что? Так, ладно, оп-па-па-па-па-па-па-па. Нет, все нормально. Так, здесь у нас все вроде... Да я не понимаю, все вроде бы хорошо. Три объекта, два объекта. Картина, какая книга, 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 и зовут. Книга, книга пропала, книга, буковки читать. Буковки читать из ниоткуда, некуда, 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 некуда. Пропал объект, пропал, верните мне мою книгу. А, кстати, я на нее только что стуканул, книгу мне и вернули, бляха. Так, ладно, здесь у нас что? Сделал все у нас, кастрюля на месте, все на месте. Тут вроде бы все нормально, кастрюля не летает. Туалет не летает, туалетка не летает, бумага не летает. Так, хорошо. Шарик прилетел. Экстра объект, тут у нас экстра объект. Вот он, экстра объект, я его только что видел. Он прилетел, улетел. Хорошо, экстра объект, я стуканул на него. Надеюсь, он пропадет, а может быть и нет. Потому что это такая игра, в ней ты вообще не знаешь наверняка. Так, я вижу тут свет. Пожалуйста, скажите, что экстра объект ушел. Экстра объект, уйди. Спасибо тебе, экстра объект, я надеюсь, что тебя никогда больше не появится, не буду по тебе скучать. Так, что я еще вижу в коридоре аутсайд, есть проблема со светом, почините, пожалуйста. Электрика мне туда, быстро! Так, у нас тут все хорошо, все нормально, электрик пошел чинить, матерясь на меня, потому что меня опять заставляю, я электрика работает, но мне пофигу, электрик сам работает, меня не волнует. Так, что у нас здесь дальше? Так. Я в коридор стукану, будто там что-то исчезло. Сами разберутся, исчезло, не исчезло, меня не волнует. Сами разберутся, как-нибудь там раскудряхаться. Так, здесь у нас вроде бы все нормально. Две книги на месте, все на месте. Две гитары на месте, все на месте. Телефоны на месте, книги на месте, овощи на месте. Все хорошо. А, кстати, здесь есть шкаф, лол. Неожиданно в шкаф я никогда не замечал. Так, значит, объект какой-то двинулся, я тебе точно говорю. Объект какой-то двинулся, наверное, здесь. А, женщина там, женщина! Женщина у меня за окном, меня к этому жить не готовило сейчас. Так, в бедрум у меня женщина, или аутсайд. Аутсайд, женщина за окном. Аутсайд, аутсайд, женщина. Интрудер. Да блин, сейчас игра опять не будет понимать, что я от нее хочу. А там женщина у меня за окном, понимаешь? Она вообще меня напугает. Женщина за окном, женщина, уйдите за окном. У меня не продаю вам никакую колбасу, ничего бесплатного не даю. Спасибо, женщина ушла, все, я счастлив, женщины за окном нету, это здорово. Когда у тебя женщина за окном не сидит, а ты на 9 этаже, это очень хорошо. Так, на, значит, в коридоре появился лишний объект. Я тебе точно говорю, какой-то лишний объект появился. Вот так вот взял, прилетел, какой-то лишний объект. Не знаю какой, говорить не буду, но он появился, это точно. Так, тут у нас вроде бы... Вроде бы все нормально. Но я точно знаю, что не все. Я убрал аномалию, вот это я красавчик. Давай, пока пошли в коридоре. Object movement, какой-то там двинулся объект. Я не знаю, какой здесь был лишний объект, а ты знаешь? Напиши в комментариях, если ты знаешь. Кстати говоря, 3 часа сейчас будет. Мы добрались до самой большой суммы времени в свете вообще, которое у нас происходило с тобой когда-либо. Так, смотри, коридоры в китчен. Какой-то объект двинулся на кухне, я тебе точно говорю. Кто-то на кухне двинулся, жрать опять пытается, жопа жирная, не пролезет потом в дверь. Так, тут у нас вроде бы все нормально, тут у нас вроде бы... Я вот самые обнаружаемые объекты только замечаю. Так, в китчен, значит, экстра объект в китчен.
Вряд ли, на самом деле, здесь вроде бы ничего лишнего нету, но хрен его знает, вдруг, может быть, что-то и появилось, а я и не заметил. По-моему, туалета нету, кстати. Да, у нас угнали камеру, кстати. Камеру угнали, верните мою камеру, пожалуйста. Туалет, камера malfunction. Сломали камеру, ироды, как не стыдно. Взяли и сломали камеру, я любил эту камеру, любил ее как свою родную. А ее взяли и сломали, ну что вы делаете-то, такие вот козлы. Так, ну сейчас камеру нам вернут, и мы посмотрим. Там по-любому какая-нибудь страшная шняга висит. Нет, в туалете, смотри-ка, все нормально. Все нормально, даже туалетную бумагу не угнали. А, нет, смотри-ка, в туалете передвинули. Object movement, вот эта штука в другом месте стояла. Как ты смеешь, призрак, ставить вещи на свои места? Как ты смеешь? Вонючий призрак, почините. Вот эта штука, по-моему, упала. Не, меня плющит, скорее всего. И вот эта штука, нет, она так и стояла, все нормально. Так, угу, починили, хорошо. Так, давай в коридор опять бахнем. В коридоре что-то двинулось. Ой, бляха. Я понял тебя, что это за... Это был китчен. Китчен. В китчене опять завела женщина! У нас слишком много женщин в комнате, тут одним овощам только есть место. И охраннику. Китчен. Дайте мне, пожалуйста, с китчена прогнать женщину. Женщина на кухне, это непорядок. Женщина на кухне, это непорядочно. Непорядочно. Мы не сексисты, поэтому пусть идет куда-нибудь еще. На завод, пусть работает. Мы за равные правила, поэтому вали на завод. Так, подожди. На фоне что-то поменялось. Это картина вообще? Если это картина, то она изменилась. По-моему, она неправильная. Я хз, но если это картина, я вообще думал, что это всегда не картина. Ну ладно. Так, тут вроде бы все. Ну тут по-любому какой-то вот объект появился. Вот тебе точно говорю. Это объект... Ёпта. Здорово. Ну это как бы... У нас сегодня прям самая зашиватая серия. Уйдите, пожалуйста, мистер маленькая голова, здоровая тема. Уйдите, пожалуйста. Не ломайте меня, я не качок. Извините меня, пожалуйста, за... Он опять там! Уйдите, пожалуйста, я вас очень прошу. Уйдите, пожалуйста. Или это сторож тоже? Второй сторож. В смысле, в китчен нету никого? Ты шо? Шо за жопень? На кухне... Мне потом игра сказала, что на кухне нету никого. Типа, на кухне нету никаких нарушителей. Это что, не нарушитель? Это был, не знаю, хозяин? Может, это хозяин был? И я поэтому и проиграл, потому что хозяин попытался прогнать. Ладно, я не знаю, братцы. В общем, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Сегодня была очень подвижная серия. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Пока. До скорого. Удачи.